появляется такое направление, как gated retail, то есть закрытый ритейл, магазин открывается только для супербогатых людей. Но мы с вами живем в период крайностей. У нас и климат резко континентальный, и доходы либо супербедные, либо супербогатые, потому что инклюзивный капитализм, в который мы входим, он подразумевает процентное соотношение 90 на 10, 90 бедных и 10% богатых. Соответственно, подиум тоже это отражает, вот это время крайности, когда на подиуме появляется, мы назвали это тренд люмпинизация. Это тренд, который во всех сферах будет проигрываться, когда на подиуме появляется такая некая маргинальность. Мы это видели на суперуспешных и обсуждаемых показах, как Мальяна и Джон Гальяна тот же самый для Amazon Margiela. То есть вот эту крайность нам бы хотелось подчеркнуть. Она будет проигрываться во всех сферах. Даже в недвижимости у нас либо роскошные апартаменты, либо студия 11 квадратных метров.